Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка из продуктов из магазина Лента. Получилось в этот раз в районе 7000. Ну, в общем, сейчас все покажу. Итак, вот такая вот у меня получается закупочка. Сейчас давайте по традиции начнем с мяса. Немного в этот раз мяса взяла, потому что кое-что еще осталось. Так, свинина, окорок. Вот такой кусочек, в принципе, неплохой. Дальше фарш домашний, говядина плюс свинина, две упаковки. И да, я покупаю готовый фарш, мне он очень нравится, и у меня все хорошо. Так, форель вот такая корейская какая-то, очень такая на вид очень классная. Прям в духовочке ее сделаем, вот по 548 рублей. Дальше сардельки вот такие взяла мясные. Такую фирму, ну, кстати, вот эта марка тоже очень вкусная. Это российское производство, написано, город Санкт-Петербург. Здесь у меня колбаска вот такую решила попробовать, балыкова вареная. Такую маленькую взяла на пробу. Сыр львин, какой-то львиное сердце вот такой. Вот, радость вкуса легкий. Вот на 181 рубль получилось. Так, дальше масло наше любимое, вкуснотеевое. Снова взяла вот эти сливочные маргарины со сливочным маслом. Очень мне понравился, для выпечки очень вкусно с ней получается выпечка, поэтому, ну, плюс он недорогой, поэтому взяла снова две упаковочки. И также взяла вот такое какао мое, которое у меня было в баночке, оно уже практически закончилось, а моему сыночку очень понравились, ну, шоколадные печеньки с какао, в общем. Поэтому он меня просит еще, младший мой сынок. Поэтому взяла две упаковочки, решила попробовать вот такое какао. Так, дальше здесь у меня всякие разные напитки. Тархун. Я, кстати, обожаю тархун. И вот эта черноголовка, у них, наверное, самый вкусный он. Ну, один из самых вкусных, по крайней мере, из того, что я пробовала. Очень мне нравится, поэтому я решила себе... Ну, как себе, все, конечно, попьют. Фанту еще грушевую. Кстати, мужу она очень моему нравится. Также здесь у меня соки. Гранатовый, яблочный и апельсиновая манго. Кстати, тоже очень вкусный сок. И еще взяла вот такое крымское вино. Наше вот полусладкое. Кто-то мне писал, что те вина, которые я покупаю, они невкусные. Типа я не разбираюсь в винах, но я не претендую на знатока в алкоголе. Вот. Но взяла вот такое на пробу. В принципе, достаточно вкусные вина вот эти. Так что вот взяла бутылочку. Дальше рис гигант. Очень люблю вот этот рис. Советую попробовать. Вот это марки Националь. Получается, ну, марки Националь, оно очень-очень вкусное. Так, тостовый хлеб, хлебный дом, хлеб столовый от Каравай. Дальше взяла тут булочки, вот такой багет с ветчиной и сыром. Все дома любят вот такую булочку. И что-то увидела там вот такие круассаны шоколадные. Подумала, что должны быть очень вкусные. Вот, вот такие вот, ну не знаю, попробуем. Дальше... Что это у нас? Сухари панировочные, вот такие лентовские взяла. Тоже у меня мама их любит. Котлетки им наваливают. Очень вкусно тоже получается. Дальше упаковка муки предпортовой 2 килограмма. И снова набрала овощей. Здесь перец ласточка. Ну, вот видите, он написано, что это ласточка. Хотя, ну, они всегда пишут, что это ласточка. По 34, насчитайте, 35 рублей. Потом помидорки. По 57, ну, считайте, 58 рублей. Вот такие очень хорошие. Баклажаны, конечно же. Но баклажаны там уже, на самом деле, не очень такие хорошие лежат. По, ну, считайте, 60 рублей. Дальше у меня здесь... А, и огурцы по 39, ну, считайте, 40 рублей. Тоже хорошие огурчики. И вот еще купила яблоки по 70, считайте, рублей. Гала... Молдавия, вот такие, сейчас такие аппетитненькие. Бананы по 76 рублей. Груши вот такие в этот раз взяла у Вильямс по 119 рублей за килограмм. Так, и здесь у меня еще виноград. Вот этот вот кишмиш, очень любят у меня его детки, поэтому взяла вот такую большую упаковочку. Также здесь упаковка лука. А вот здесь вот у меня картошка. Вот такая красная по 19, ну, считайте, по 20 рублей за килограмм. Хорошая.
Свекла. Снова буду делать вот эту заморозку для свекольника по 10 рублей за килограмм. Ну, считайте, по 11 почти. Вот, туалетная бумага. В прошлый раз ее не было, да, в этот раз есть. Дальше взяла снова вот этот кондиционер. Мне, конечно, очень нравится кондиционер от Faberlic, но я уже говорила, что вот этот покупаю для того, чтобы, ну, всякую ерунду. Тряпочки, пледы какие-то им стираю. Вот, ну, он такой, он очень жидкий, очень расходный, стоит, по-моему, 30 рублей, что-то в этом духе. Так, взяла еще, докупила порошка. У меня уже подходит к концу. Взяла Персил, он, по-моему, по акции был. Так, также здесь у меня взяла две упаковки фольги, у нас закончилось. Мне кажется, вот такую я еще не брала, вот такой фирмы. По 5 метров, вот такие две. Также взяла вот эти пакеты для хранения продуктов. Специально большие, там для заморозок всяких. Ну вот, буду же замораживать для свекольника как раз пакетики. И вот такие большие мешки для мусора. Мы вот сюда в эти мешки обычно, ну вот, всякий мусор с участка, скажем так. Так, взяла также вот эти таблетки, пластины от комаров. Вот, потому что что-то у нас комарья столько много в доме. Прям кошмар какой-то. Вот, решила пластиночки взять. Яйца куриные С1. И здесь у меня для собак. Сухой корм собаки даем очень редко, для котов. И, как всегда, пакетики. И на кассе, кстати, дали вот такой подарочек для собачки. Ну, вот сейчас ей дам, она быстренько его слопает. И вот показываю чек. Стараюсь помедленней. Вот, видите, вот этот кондиционер 365 дней стоит 25,89, 26 рублей. Красота. Ну, как бы слегка он так смягчает, не особо сильно, я бы так сказала. Ну, для всяких тряпочков, пледов, я не знаю, которые не нужно, чтобы были супер мягкие, вообще отличная, отличная цена. Так, сумма 6,753 и скидка составила 2003 рубля. Также на кассе снова дали вот этот вот журнальчик. Я обещала вам его обязательно показывать. И в этот раз тут я не поняла, это который раз в месяц или тот, который именно связанный с рыбой. Вообще очень вкусно вот так вот почему-то для меня выглядит вот это, что это, морковка. В общем, здесь все связанное с рыбой. Также есть вот такой купончик на белую охлажденную и замороженную рыбу. Я думаю, что я воспользуюсь. Видите, не более 5 килограмм до 31 октября. Действует приложение. И здесь вот всякие-всякие разные рецепты. Вот видите, тут какая... То, что на рисуночке. Вот, видите? Кому вдруг надо, остановите. Вот, видите? А мне тут понравился, я уже немножко полистала. Сейчас покажу вам один рецепт. Во-первых, вот... Вот такая штучка с рыбой. Тоже, мне кажется, классная история. Шаурма из скумбрии. Видите, как классно. Вот. Видите, все связано с рыбой. Вот это вот очень аппетитно выглядит. Прям вообще обалдеть. Окуня, творожный сыр, сливки, чеснок, мука, перец, вареный картофель. Слушайте, ну вот эту книжку я себе точно сохраню. Вот это вот блюдо надо будет обязательно мне приготовить из окуня, да? Ну, мне кажется, можно, наверное, любую рыбку сюда. Окунь, запеченный в сливочном соусе. Так что, кому нужно, остановите, запишите себе. Вот, видите, творожный сыр. Это, кстати, тот, который я очень-очень сильно люблю. Вот. А мне тут понравился вот такой рецепт. Вообще выглядит как огурец, но это цукини. На самом деле... Единственное, что здесь рулет из камбалы. Две камбалы без головы. Снимите филе камбалы с костей. Вот мне интересно просто, как это сделать. Потому что у камбалы обычно не так сильно много мяса. Но выглядит, мне кажется, реально вот такое праздничное блюдо. Просто вот необычное, классное. Давайте я вам вот так вот сделаю. Кому нужно, вдруг остановите. Вот, видите, можно деткам давать.
В принципе, две камбалы, кабачок, ну, цукини, да, здесь в этом случае. Именно, мне кажется, цукини нужно брать, будет красивее смотреться. Два лайма, укроп, топленое масло, соль. Вообще, ну, мне очень понравилось, как выглядит, а также с лаймом, там, с лимончиком каким-то положить на тарелочку, как реально такое праздничное блюдо. Супер. Так что вот эту вот рыбку я обязательно... Вот это тоже очень вкусно выглядит вообще. Я как любитель рыбы, это прям книжка для меня. Вот. Видите, тоже вот такое. Кажется, должно быть очень-очень вкусно. Так что вот такая вот у меня была закупка в этот раз. Ну, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезно и интересно. Обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.